Важное онлайн-решение. Жители Красноярского края могут сами выбрать, что именно будут преображать в их городе. Интерактивный опрос запущен на портале «Активный гражданин». Как раз сейчас идет голосование по благоустройству парков, скверов и бульваров в 2022 году. В списке больше двух десятков городов края. Это Ачинск, Норильск, Шарыпово и другие. Выразить свое мнение нужно успеть до 19 февраля. Для этого нужно зайти на ресурс, авторизоваться через госуслуги и проголосовать. Отмечу, что виртуальную площадку «Активный гражданин» разрабатывает Краевое министерство цифрового развития в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Доступны на портале и другие актуальные голосования. Так, например, жители могут решить, какие услуги должны появиться на благоустроенной набережной Дивногорска. А еще ответить на вопросы об экологии, рассказать о своих предпочтениях в сферах культуры, которые помогут определить, стоит ли создавать современные кинозалы в малых городах и многое другое. Люди могут выйти с инициативой. Инициатива оформляется на портале. В зависимости от населенного пункта, в котором она подана, она должна набрать определенное количество голосов, то есть поддержку граждан. Если она набирает количество голосов, она оформляется в виде юридического значимого обращения в орган власти, и, соответственно, орган власти его обязан, ну, либо муниципальное образование обязан ее рассмотреть. Что самое главное, хотел бы отметить, это то, что авторизация на портале производится через учетную запись государственных услуг Российской Федерации, госуслуги. Соответственно, мы понимаем, что человек идентифицируется, ну и уже ни накрутки голосов, ни каких-то таких вот проявлений быть не может, поскольку это конкретный человек оставляет конкретное обращение.